Вчера мы внесли в зал законопроект, который защищает украинцев от беспредела банков. Законопроект 4001-1. За него проголосовало больше депутатов, чем за законопроект правительства. Тем не менее, законопроекты возвращены в зал. И мы считаем это тоже большой победой, потому что согласно законопроекту правительства должен был быть отменен мораторий на выселение людей из единственного жилья. То есть они хотели выгонять детей, стариков просто на улицу. И сейчас мы настаиваем, чтобы был принят наш законопроект номер 2275-1 про запрет деятельности коллекторов по отношению к физическим лицам. Используя неурегулированное законодательство, сегодня власть, банки, коллектора, которые просто превращаются в бандитские фирмы, вымогают, выгоняют людей и забирают у них последнее. Это пример того, какие законы нужны стране, и их предлагает именно оппозиционный блок. В Днепропетровской области уже 36 семей фактически выгнали на улицу. Это не то, что ждут люди от нас с вами. И в этом вопросе нас поддерживают десятки общественных организаций, финансовые майданы, другие и миллионы украинцев. Нельзя позволить власти, которая стала политическим банкротом, довести до банкротства каждое украинское предприятие, каждую украинскую семью.